Пресс-служба парламента пригласила сегодня журналистов на заседание парламента по вопросу о ИБГЕ. Но в настоящий момент совещание идет среди парламентариев, но журналистов не запускают. Насколько нам известно, не все депутаты согласны на присутствие журналистов при обсуждении вопроса о ИБГЕ. Мы сейчас находимся в коридоре. Что будет дальше, расскажем дальше. Депутаты Народного собрания Абхазии решили обсудить вопрос о ИБГЕ все-таки без журналистов. Пресс-секретарь парламента Астанда Тапагуа сказала журналистам, что если у депутатов будет сообщение для прессы по результатам совещания, то нам сообщат.